Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 9, упражнение номер 4. Составь задачу по выражению. К сумме из суммы чисел 12 и 7 вычесть 3. По этому выражению составляем следующую задачу. В группе туристов 12 мужчин и 7 женщин. Вечером в кино пошли 3 человека, а остальные в театр. Сколько туристов пошло в театр? Чтобы решить эту задачу, мы сначала узнаем, сколько всего человек в группе туристов. К 12 прибавим 7. 2 плюс 7 равно 9, 10 плюс 9 – 19. В кино пошли 3 человека. Чтобы узнать, сколько пошло в театр, нужно из 19 вычесть 3. 9 минус 3 равно 6 – 16. 16 туристов пошло в театр. Мы дали ответ на вопрос этой задачи, записываем слово-ответ, ставим две точки и пишем 16 туристов. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.